гостях у Евгения Додолева, мастерица на все руки. Каково это совмещать работу режиссера, сценариста и актрисы? Поговорим об этом сегодня с Анной Легчиловой. Я боялась сглазить саму себя. Она раскроет свои тайные желания. А у вас есть вообще режиссер мечты какой-нибудь? Мы были в каком-то... в цветнике вообще. Проведет работу над ошибками. Что вы считаете неудачей своей? Съемки идут, а мы все готовимся. Позорики я снимаю сейчас. И обучит величественным манерам. Кто-то вот корону носит. Ку-ку. Просто ку-ку. Золотая рыбка Анна Легчилова. Премьера. Если ты хорошо подготовился, тебе будет легко снимать. Смотрите сегодня в 23:50 на телеканале «Москва. Доверие».